С самого раннего утра уже звучала музыка и доносились ароматы праздника с центральной площади поселка, где уже работали различные торговые площадки и аттракционы. Впервые в Межозерном работал конный клуб «Кентавр» из Магнитогорска. Далее утром начались соревнования по мини-футболу, волейболу, стритболу, шахматам и шашкам. Две команды шахтеров соревновались в шуточной эстафете. Впервые состоялся чемпионат по уличному воркауту. Участвовали как мальчики, так и девочки. География спортсменов включала гимнастов и любителей турников из соседних городов. Они дают хорошую физическую форму и сильную волю. Какой-то стимул для ребят, для детей. Это вообще очень сильно. Хочу всех поздравить. Шахтеров, фабрикантов, да вообще весь комбинат. Вообще всех с праздником. Желаю всем хорошего здоровья. И дальше также плодотворно работать для города, для республики, да вообще для всех людей. Спонсором спортивных соревнований выступила Александринская горнородная компания.
Днем на Центральной площади началась концертно-игровая программа с участием детских коллективов и солистов культурно-досугового объединения «Меридианы» детской школы искусств. Там же ребятишки приняли участие в веселых гонках на велосипедах, роликах и самокатах. Ближе к вечеру стартовала торжественная часть праздника. С теплыми поздравлениями в адрес горняков выступили глава Верхнеуральского района Сергей Айбулатов, технический директор Учелинского горно-обогатительного комбината Ильяс Ахмедьянов, глава Межозерного городского поселения Петр Симак и заместитель генерального директора по кадровым вопросам и социальной политике Александринской горнорудной компании Любовь Юркова. Все, кто сегодня собрался на этот чудесный праздник, я поздравляю от души вас с праздником, с Днем Шахтера. Мы понимаем, насколько сегодня сложна и благородна эта профессия, насколько сегодня Родине нужен ваш труд и тот продукт, который вы добываете на своей работе. Я желаю вам крепкого здоровья, я желаю вам безаварийной работы. Я хочу, чтобы в ваших глазах всегда была радость, а всем в них достаток. С праздником вас, дорогие друзья! Уважаемые шахтеры, дорогие наши ветераны, жители и гости нашего поселка, от имени руководства нашего комбината поздравляю вас с профессиональным праздником Днем Шахтера. Отдельные слова благодарности хочу выразить женщинам, которые наравне с мужчинами работают в цехах и подразделениях нашего комбината. Нашей молодежи спасибо за то, что они выбрали нелегкий горняцкий труд. От всей души поздравляю вас профессиональным праздником, желаю крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, счастья, мира и добра вам и вашим близким. Уважаемые горняки, дорогие ветераны, желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия каждой семье, шахтерской семье. Всем хорошего настроения и хорошего вечера. Я хотела поздравить вас с Днем Шахтера, пожелать вам всем счастье, благополучие. За ваш труд большое спасибо, и чтобы в каждой семье было счастье. В профессиональный праздник были вручены награды виновникам торжественного мероприятия. Почетная грамота Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, почетная грамота и благодарственные письма главы Верхнеуральского района, почетные грамоты и благодарственные письма главы Межозерного городского поселения, также награда президента Русской медной компании и Александринской горно-рудной компании. Хотелось бы поздравить от лица рудника Уфигинский всех людей, которые относятся к горняцкому труду, с наступившим праздником. Пожелать счастья, здоровья и семейного благополучия. Продолжилась праздничная программа концертом творческих коллективов и солистов культурно-досугового объединения «Меридиан». Далее эстафету праздничного вечера подхватили гости из городов Учелы и Верхнеуральск. Образцовая студия современного бального танца «Кристалл», Аиша Тащиева, заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации, народный ансамбль танца «Ляйсан», ансамбль бального танца «Вдохновение», Софья Хармушко, Булат Ташкангузов, а также в программе приняли участие вокальный дуэт «Хорошее настроение» из поселка Карагайский.
синегорье мое, тонкой веткой рябины, твоя осень в окно шаловливо стучит, грустный крик журавлей, навевая о прошлом, не давая мне спать, мое сердце щемит. Yeah.
происходит? Со мной все в порядке, мама. Просто стала я сама себе рекламой. Мой лайфстайл, мама, все заценили. Мама, мама, я у тебя на стиле. Классный праздник, хорошая организация, веселые люди вокруг. Очень приятно, что дружим территориями. Здесь и учелинцы, получается, приехали, поздравляют. Я вот с Верхнеуральска приехал. Вот, как бы, очень приятно здесь находиться. Как бы, очень такая комфортная обстановка, веселая. Хочу пожелать им крепкого здоровья и как можно больше людей, чтобы работали на этом поприще, и чтобы у них все было успешно, и все было хорошо в семьях, и, как бы, в общем, всего самого. На центральной площади ближе к вечерней программе собирались династии шахтеров. Раиль Гарипов, шахтер с 32-летним стажем, имеет звание заслуженный горняк Башкирии и почетный горняк России. На праздник он пришел с близкими и любимыми ему людьми. Всем счастливого неба над головой! Семьи приходили вместе с детьми и внуками, а те прекрасные половинки, у кого муж был на смене, спешили поздравить представителей самой мужественной профессии. Ведь атмосфера, которую жены создают для шахтеров дома, должна быть особенной. Атмосфера в доме должна быть настолько теплой, чтобы муж хотел вернуться домой. Тем более из шахты. Это каждый день волнение. Каждую его смену сидишь и дрожишь. Лишь бы он вышел со смены. Вот сидишь на телефоне. Вышел, не вышел. Ну, то есть вывозят их, да, в 8, допустим, вечера после утренней смены. И было даже такое у меня, что время уже почти 10, его нет. Я начинаю звонить начальству. Я не знаю, где у меня муж, мало ли что может произойти в шахте. Ну, слава богу, у нас на шахте все хорошо. Мы, конечно, переживаем очень за них, очень любим своих мужчин. Любите свою работу, мужчины. Любите нас, мы будем любить вас в ответ. На самом деле это... праздник такой, что ну, мы всегда собираемся за праздничным столом, ну, именно с мамой, с папой, с сестрой, когда она приезжает, она как раз приезжает, мы садимся, поздравляем папу, вот, всегда на праздник приходим. Самое главное – это здоровье, потому что всегда уходишь на эту работу и не знаешь, вернешься ли ты, потому что завалы всякие разные, но все равно это опасно. Опасно, да. Желаю здоровья, самое главное, счастья, благополучия семейного и любви. Продолжили вечер артисты из Челябинска. Кавер-группа «Апрель» и «Карибская лилия». Yeah.
нам было спешим. Мне не хватало тебя, мне не хватало твоей. Твоей души не за горизонт уходил. Ни раз и даже не стал. Я за тобою следил, я за тобою ходил. И что? Я сам тебя придумал, сам тебя придумал в своей голове. И я это видел, и ты это видела, потоки людей. Я сам это придумал, мир вопросительный, ночной порой. Хочу постоянно и безотносительно быть рядом с собой. Спонсорами участия в программе гостевых коллективов и организации звукового светового оборудования праздника выступил Учелинский горно-обогатительный комбинат. Закончилась праздничная программа «Салютом», который подарила жителям Межозерного общество с ограниченной ответственностью «Шахтостроительное управление». Thank you.